Опять пишет Александр Фролов. Петрович, с большим уважением разрешите высказать свои наблюдения. Первое. Тот парень, про которого вы сняли видео, упомянул, что переболел 5 раз за год. А, это про год вегетарианства, и когда человек отказался от него, стал есть мясо. Некоторые школы, особенно сыроедные, объяснили бы это очищением организма в связи с отказом от мяса и освобождением большого количества энергии. А вот тут, знаете, надо вот понимать и разъяснять самому себе, что же действительно происходит. Что же действительно происходит в вашем организме? Это ли очистительный кризис? Это ли, допустим, реакция организма на ваши оздоровительные действия? Либо это перегиб, значит, и разбалансировка жизненных принципов. И когда он говорит, вот такая вот фраза там была сказана, от любого сквознячка я начинал простывать. То есть, если бы это было без сквознячка, можно было бы еще сказать, да, это возможно был там очистительный кризис и так далее. А если это прогрессивно пошло, и даже там в теплое время года, там под кондиционер и так далее, это говорит о том, что просто-напросто произошла разбалансировка жизненных принципов. В результате чего началось общее ослабление организма, началось простуды, началось падение иммунитета. Я там это все хорошо очень сказал. Второе. Парень пожаловался на ухудшение мозговой деятельности. Некоторые ученые говорят, что молоко способствует развитию тонких энергий головного мозга. А этот парень отказался от молока тоже. Да ну нет. Некоторые ученые говорят, да есть люди, которые прекрасно мыслят без молока. То есть это просто какая-то уловка. Я даже могу сослаться на свой опыт. Я, бывает, молоко и молочные продукты употребляю, ну, более-менее регулярно. А бывает так, что я его месяцами не ем. А голова как работала, так и работает. Это не тот случай. Мозговая деятельность, даже так можно сказать, не мозговая деятельность, а работа нашего сознания зависит совсем от другого. От того, насколько вы часто им пользуетесь, упражняете в памяти, в психотворчестве, работе с информацией и прочее. Но от питания, конечно, в какой-то степени надо зависит, но не в такой, как тут пытаются преподнести. Тонких тканей головного мозга. Головной мозг состоит, какая там тонкая ткань? Там в основном жировая ткань, которая, кажется, лучше всего снимает энергетическую информацию, которая творится в сознании. А мозг – это просто структура, которая, грубо говоря, вот эту вот тонкую энергию считывает и позволяет ее перевести в более материальную для нашего осознания. И в основном не столько даже для осознания, чтобы можно было подействовать на материальные объекты. То есть у нас мысль, грубо говоря, я сейчас кого-то вдарю, должна осуществиться. А для того, чтобы осуществилась, она должна пройти через мозг в мышцы и реализоваться в виде того, что я там надумал. А так, если этого не будет, я там ударишь, там вот. Ничего толком не будет. Это так, пример. Поэтому здесь молоко ни при чем. Третье. Как вы думаете, можно ли брать белки животного происхождения из молока и молочных продуктов? Может, это гуманнее по отношению к природе? Конечно, можно брать из молока и молочных продуктов. И люди и берут это все из молока и молочных продуктов. Различные там творога, йогурты, сыры и прочее. Но тут есть такая одна, как бы сказать, закономерность. Вот молоко, если это молоко, молоко человеческое, вот мы
о людях говорим, поэтому. Значит, молоко, сначала молозиво, потом молоко, должно запустить пищеварительный тракт ребенка, человека, да, и она справляется с этой задачей, да, запустила и так далее. И дальше же уже мы начинаем переходить на ту пищу, которой приспособлена эволюционно наша пищеварительная система. То есть это где-то будет там овощи, это будут крупы, это будут там и продукты животного происхождения. И не обязательно, что мы будем пользоваться. Так вот, как бы сказать, первый этап отработал молочный. У некоторых людей исчезают ферменты, которые способствуют расщеплению в основном молочного сахара. И когда они употребляют молоко, у них такое идет бурное брожение, гниение, что это может закончиться чуть ли не летальным исходом. И там, где как-то молоко, вот в некоторых регионах не принято употреблять именно молоко, там вот этот вот фермент у людей пропадает быстрее. А там, где принято, он держится довольно-таки долго, практически в течение всей жизни. Поэтому можно и пить молоко, но это не значит, что вот есть какие-то там нормы, что вот столько-то нанобелка, столько-то такого. Организм вам сам подсказывает, когда, там, какую пищу он хочет, потому что за счет вкуса, консистенции, там содержится энергетика, там содержится и питательные вещества, которые в данный момент нужны организму человека. И вкус это подсказывает. Вы едите, ага, довольны. Потом вы насытились, вас тянет на что-то там другое. То есть вот так вот должно быть, а не то, что вы зарядили молочные продукты. И если так уж с позиции нравственности подходить, вот в Индии, да, там пьют молоко, корова у них считается священным животным, они не едят мясо, тем более мясо коровы, говядину. Но зато, почему оно у них считается священным животным, потому что там много овощей, фруктов, но, будем говорить, вот не хватает где-то по белкам, наверное, полноценным. И они предпочитают из молока делать продукты, там творог и прочее, и их употреблять. И это делает их питание полноценным. И поэтому они, зачем нам есть мясо, которое так быстро портится в тропическом климате, и лучше всего использовать действительно вот молоко и продукты молочные для поддержания своей жизнедеятельности. Так что можно вполне сырые и так далее, и тому подобное. Все, конечно, это должно быть в меру и без фанатизма. Лично я с удовольствием ем творог. И доволен. Не каждый день я ем его, но ем творог.